have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки, мы с вами в Тунике, и пойдем еще с вами прям сразу к хранителю, уж извините, опять к библиотекарю. Уж извините, опять читерским способом. Ничего, а за это деньги я не получу, да? Ну, я просто не знаю, как иначе с ним бороться. Тут с боссами прям, не знаю, какой-то напряг. Вот, опять же, я сейчас параллельно играю в того же Хайку. Ощущается, что, ну, в них есть что-то такое сложное. То есть ты ходишь к ним по два, по три раза, хотя каждый раз говоришь, что они легкие. Что делать с ним? Я не знаю, вот эти вот все его удары. О, вот они мне магию дают. Магию, магию. Чуваки, магию, пожалуйста, в студию. Еще магия? Ой, он сам их не убил, спасибо. Ну, то есть он магией пуляется, я тоже магией пуляюсь. Я думаю, что я постарел бы, пока я вот его бы травил. И так же, как и осадную машину. Всяк такой, я не знаю, я уворачиваюсь чисто по фану. Но, как вы понимаете, меня тут убили бы уже 45 раз. Чем меня сейчас ударил, я так и не понял. Подойти к нему в этот момент нельзя, он летает. Эти чуваки заряжают магию, ну то есть разрабы в принципе прекрасно понимают, что без магии тут делать нечего. Но вот это количество магии, которое дают, оно мизерное. Мне просто интересно, я сейчас получу за это обилку или сюжетный предмет. Если сюжетный предмет, то как бы фиг с ним, а если обилку, то это важно. Так-то я хочу сегодня пойти в шахты. Что ты? Ага. А, вот кем было укра... Это вот эта зеленая штука? Высоко... ясно. Окей, я понял. Значит, мы, получается, собрали... Какую мы в прошлый раз собрали? У осадной машины отобрали одну. Вот эту он украл у лягушек. И высоко над облаками. Это, получается, у библиотекаря. Она была все это время. Дело в другом. Так, давай сохранимся. Чё он, кстати, по деньгам приехала? По деньгам 200... А, нам все равно дальше нечего качать. Я уже все прокачал. Хорошо. Да, смотрите, у нас зеленые и красные уже есть. Нам осталось синюю найти. А синяя у нас находится... Так, секунду. Во-первых, вот так сразу пойдем в... Та-та-та-та-та-та. Все. Все. Теперь все по-честному. Включаем это на боссов. Так. Двадцатое. Надо поискать. Где он... Так, вот эти три штуки, да. Красные, синие. Ну, нам не хватает одной. Так, зажать этого постоянно устаешь. Та-та-та, это понятно. На 16-е зеленое. Это магия. Перекаты. Верхний мир. Ну, получается, я не был в шахте. Совет. Та-та-та-та. Понятно. Крепость Восточного Хранилища. Это вот это место, и где вот огромный паучар, которого мы убили как раз когда в прошлой серии.
Это на небо мы уже тоже попали. Здесь мы тоже разобрались с этим чуваком. Главарь падальщиков. Винтовка. Двуручник шахтера. Что-что, извините. Построен из частей автопушки. Может выстрелить только один раз. Падальщик с таким оружием близко не подходит. С помощью этого оружия сильные падальщики сносят памятники архитектуры и твою голову попытаются. Бомбы. Берегись вооруженных ими шахтеров. Они стараются не попадать в своих, но иногда такое случается. Это нам намек. Короче, нам сейчас в шахты, видимо. В каменоломню. Пистолет. Вот это место, я считаю... А, и, кстати, я насчет снежной локации тоже хотел разобраться, честно говоря, забыл. Я вспомнил про нее только сейчас. Вот эта вот дверь в горах на 50 страниц, я это тоже еще не смотрел. Но, в любом случае, нам пока что есть куда идти. Есть к чему стремиться. Но в шахту у нас нету двери. У нас... Как я туда... Я туда как-то попадал очень криво. Надо сейчас вспомнить. Давайте я туда доберусь, и мы продолжим. Короче, да, проход туда идет через вот этого чувачка, который стоит на мостике. Но также можно сверху зацепиться за вот эту штукенцию и переехать сюда. По-моему, собственно, таким образом я туда в прошлый раз попал. Очень жаль, что я никак не могу открыть ворота. Каждый раз приходится вот так вот. Но я надеюсь, там будет какой-то этот... телепортик, потому что, ну, вот как-то вот вообще не очень каждый раз так делать. Опять же, насчет того, что фиолетовые штуки снижают нам здоровье. Здрасте. А это мне нужно. Теперь я знаю, что с этим делать. Теперь там должен заработать сейв. Вот что я думаю. Ну что там мы смотрели, было померло. То теперь эта штука должна работать. Мы же запитали. Так, в шахтах у нас, получается, после шахт должна быть еще одна лока, которая, по идее, должна нас привести как раз к тому, что нам нужно. Чувачков надо оттаскивать. А, здесь еще. Давайте, я это тоже запитаю. Причем не забывайте, что на центральной карте у нас есть еще места с секретами, как, например... Воу-воу-воу-воу-воу, посмотрите, там все заработало. Я что-то центральное активирую. Знаете что? А это похоже... Нет, не забейте, это не на что похоже. Там просто огромный проход открылся. Но похожий проход у нас также на снежной вершине. Насчет снежной вершины, да, это еще отдельная тема. Я так понимаю, что мы везде закруглились, кроме снежной вершины и шахт. Вот, теперь сейф каменолом не работает. И также работает телепорт каменоломни. Фух ты ж, ёпта, наконец-то. Давайте посмотрим хотя бы, с какой стороны он находится. Так, и мы... Ага, вот где мы. Хорошо, у нас... не активен еще только один телепорт, по крайней мере, на этой площадке. Но, по крайней мере, не придется в каменоломню пробираться каждый раз через задницу. Немножечко, чуть-чуть, капелечку, жалко, что... О! Оно по... Фига себе, сколько ты снимаешь! Ты нормальный, минуточку? Мне же сказали, что он стреляет только один раз. Я тебя понял. А как от этого уклоняться, извините? Ну, видимо, вот так. Один другалек улетел. Две бутылки, хорошо. Жестко. А могу ли я это починить?
Я понимаю, что оно мне здоровье жрет. Я сейчас перезаряжусь. Починить я это не могу. Починить я это не могу. Это сгоревший сервак, и сделать я с ним ничего не могу. Хорошо. Иди сюда, мы будем за памятником. Фига себе у тебя урона, дружище! До свидания. Да, я не получаю с них монет. Ну, блин. У них мало жизни, я их очень быстро убиваю. Но сколько же они урона вливают, это просто чудовищно. А у меня есть карта каменоломни, да? Мне кажется, что да, вот. Вот, и тут обозначены у нас места с повышенной активностью, с разрывами, да? Разрыв, о, ну так и называется. Там какой-то вопрос... А, там телепорт, это не вопросик. Следующий у нас там наверху. Вон туда вниз можно попасть. Опять же, в зоне разрыва. Но... Не-не-нет! Ух ты ж! Иди сюда! Да ну блин, тварь, не уворачивайся от меня, у меня тут жизни уходят! Этому не надо. Что? Я случайно... Мы случайно... А, это шахтер с динамитом, который, что ли? Это поэтому он от меня так убегал, щемал. Так, тут можно спуститься вниз. А дальше вниз никак? Это я тоже вижу. Ягодок мне тут много дают. Не знаю, зачем это сделал. Наверное, чтобы просто самому потом на этом не взорваться. А как туда... А, вот как туда глубже пройти. Как теперь попасть сюда? Вот, вот, вот. Я об этом же. Угу. Вот это место. Три динамита. Нет, ну это не бесполезно, конечно, но я ожидал... Это очень хорошо спрятанное место. Я ожидал чего-то чуть-чуть побольшего, наверное, что ли. Ладно, не то, вот то. Отсюда мы можем... Тут у нас заперто. Мы можем пройти сюда. И оттуда наверх. Ага, вот это как раз шорткат, потому что он не обозначен на карте. Это никак нельзя. Пью!
Блин. Ударь! Ну, банок у меня уже не осталось. Все. Нет! Иди сюда. А он не взрывается после смерти? Это сложная лока, если чё. Зачем вот это место? А, это просто они строили мост в этом направлении. Окей, тут ничего у нас такого экстра нет. Осталась одна притягивалка. Это руда. Где у нас там следующий костер? Очень далеко. Ну, типа, я могу до него дойти? Может, стоит до него дойти? Давайте посмотрим, какие у нас будут мобы. Может быть, мне просто сейчас стоит рвануть к костру, потому что мне больше лечиться вообще нечем. Деньги. Да и прокачаться бы, кстати, можно. Там труба есть. Труба и сундучок. Супер. Вообще рандомно сюда пошел. Тут у нас две ягодки. Я думал, что это проход дальше. Думаю, наверх это дальше. А, ну не дальше, короче, вы меня поняли. А, ты стрелок? Да, магии больше нет. Молодец, блин, просто. ХПшки тут, кстати, тоже больше нет. Да ну нафиг, вот это все потом проходить. Ну как бы да. Как я сейчас выжил, не знаю, не спрашивайте. Он просто там стоял. Я такой, о, уголочек, опа, цель. Во-первых, вот это надо дернуть. Я не знаю, что это, но это надо дернуть. Ну вот. Ну вот же. А, вот, это очень хороший шорткат вот здесь через сундучок. Супер. То есть, если сдохну, это будет уже... Это будет проблема, но не такая проблема, как могла бы быть раньше. Там снайпер. Нет, назад. Мне так хпшки нету, что вы делаете? Там разрыв? Да, но это все очень странно. Ладно. Фиг тебе. Как? Оно на воде находится, вы чё? И как я это должен... До свидания. Ну, то есть, нужно стрелков опасаться. Очень стрёмные ребята. Фух. Ты серьезно по мне попал? Промазал. Мудачье.
А я тебя сейчас найду, тварь. Здрасте. Нормально. Хорошо, теперь надо с верхними разобраться. Не так, как я забежал на панике, а разобраться. Прощай. Почему они мечами куют? Ему, в принципе, на меня пофиг. Блин, больно. Блин, больно. Я не то хотел. И не это хотел. Че ты издеваешься? Иди ж ты на... Нет, я там... Я не взял! Их ты ж... Туда надо выстрелить. Я что-то туплю. Я пытаюсь их оттягивать. Всяк такой. У меня же есть стрельба. Туда надо просто выстрелить. До свидания. Просто офигеть. Что это сейчас было? Ага, два раза тебе. Ты выбежишь? Ты триггеришься, когда убивает вот этого другалька. Я понял. Так, этот чел побежал. На здоровье ему будет. До свидания. До свидания. Да иди нафиг, иди нафиг. Там деньги. Я за три монетки вот это проскакал. Блин, обидно. ХПшки вообще нету. Так. Я не могу туда попасть. Что, конечно, радует, несомненно. Так, а вот это что? Я видел там лесенку. Я видел... Куда я пошел? Вы же мне не будете говорить, что мобы заресетятся сейчас? Кстати, вполне возможно, вот эти ребята меня сейчас могут ваншотнуть. Что-то я не туда полез, мне кажется. Прикиньте, сейчас выйду, они заресетились. Вроде нет. Хотя баночки заресетились, а баночки я точно взрывал. Ну, а, ну нажимай уже. Карл, давай. Ха. Учитывая, где находится костер, явно... Фу, монетка! Явно должны будут мне дать какую-то обилку или прыгать, или... Ну, летать, наверное, нет все-таки, но прыгать... Знаешь, в чем? Вот так.
Вот так. И вот так. Спасибо, игра научила меня просто. Блин, я был два раза уже возле костра и не прокачался. Так, мне какой-то щитец кидали. Хорошо. Я не против. Туда идти не без... Не видите, небезопасно. Там разрыв. Разлом. Да не то! Уйди! Я вот это хотел сделать. Но здесь я уже был. Фишка в том, что сюда мне не надо. И здесь я был, и здесь я был. Вон туда вот наверх, и там тоже я, получается, был. Мне все-таки... А как вон прям наверх-наверх попасть туда? Этого я пока что не вижу. Вот тут у нас кусочек, видите, завален камнями. И как попасть в нижнюю-нижнюю локацию, я пока что тоже не знаю. Там тоже разрывы. Возможно, через внутреннюю часть. Давайте внимательно посмотрим. У нас проход вот в эту арку. Тут я могу пройти. Ну, пройти мне все равно придется, потому что я сюда попал этим читерским путем через заморозку. По-нормальному сюда не пройдешь. Имеется в виду, что мне все равно придется... Тут у нас вот эти чувачки горбатятся. Дурачок, так и бегаешь, да? Вон, видите, туда, как мне попасть, налево. Вот сюда. Там нет ни одного моба, за что я мог бы зацепиться. Там он, блин, он так цепляется подло за вот эту штуку. Вон, где мостик вот этот, вот вон туда, как мне туда попасть? Я могу тут пройти? Нет, не могу, это спуск чисто сверху, смотрите. Да, я кнопки путаю. Да, это спуск сверху, но как мне попасть наверх? Ладно, пойдем пока что. Я опять остался без банок. Опять нигде... Стоп. К вот этому я попасть не могу вообще никак сейчас. Ладно. Шахта очень жесткая, Лока. Тут разлом. Он меня просто кошмарить будет. Стрелки... Из всех стрелки самые бесячие, наверное, сейчас. Жизни у меня вообще нету. И вот эти ребята сейчас могут запросто ваншотнуть. Тут тоже разлом, да? И куда мне? Извините. Да, я зачистил, тут нет врагов, но куда мне идти? А, вон туда наверх. Ну-ка, стоп. Это я ворота открою. Все-все-все, я только сейчас увидел это. Но меня там убьют быстренько очень. Я с этим ничего не смогу сделать. У меня хпшки не осталось. Я не знаю, на что это рассчитано и как я должен это проходить. Ой, они тут черепа складируют. Вот это неплохо. Стоп, открытые сундуки? И могила героя.
Надо будет почитать, что это значит. Здесь покоится настоящий герой. Да-да-да. Давайте я его навещу, но это... Блин, может, оно мне жизни как-то восстановит, не? Не, вообще ни разу. Да, там тоже можно портнуться потом. Ну, не портнуться, а перепрыгнуть как-то. Я не знаю, что как с этим сделать. Может, нам расскажут. Открытые сундуки, нормально. Меня немножечко раздражает вот красное пульсирование по бокам, но ничего не поделаешь. Мы все просрали. Да, вот это верхняя лока. Хорошо, я вас понял. Тут шорткат. А возможно даже... Погодите, это не самая-самая верхняя лока, это средняя лока, да? Получается. Вот каким образом я здесь оказываюсь. Здесь мобов, по идее, нет, но я надеюсь, что их не будет. Выглядит как рай на земле, если что. Совсем не похоже, что это шахты. Мы сейчас немножко по варварами побудем. Может быть, я найду какой-то хороший человеческий шорткат. Не, погодите, за сундучком я схожу. Потому что меня сейчас любой плевок может убить, и этого потом может уже не быть. Я лучше сразу схожу за сундуком. Может, я найду какой-нибудь человеческий шорткатец. Там был проход наверх, да, я это видел, но мне интересно глянуть здесь. Тут у нас винтовая лестница, которая уходит вниз. Мне сейчас, по идее, даже разрывы, не разрывы, все это... это было очевидно. Ну, ладно, не совсем очевидно, но дорожка туда так уходила подозрительно. Сколько у меня... Один осколочек. Красная вот эта фигня, она немножко напрягает, потому что я не вижу некоторые части по краям экрана. Но, в принципе, жить можно. А это куда? Да? Ну вот он и шорткатец. Вот он как бы и шорткатец. Если меня тут убьют, а меня могут. Валим! Деньги. Да, я сейчас могу тут уже ходить сколько мне захочется, потому что у меня вообще уже не осталось жизни, и мне уже пофиг. Да ладно, ты меня убил! Я думал, что я так эффектно уклонился. Хорошо, мы можем туда быстренько сейчас пройти, но будет тогда уже в следующей серии. Пока что спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек, всем покеда.